Я юморист. Господи, что ж такое? Слюну. Твою очку без волос. Это не записываем. Всем привет, с вами Мосс, и это новый выпуск самого веселого Амкаловца. Сегодня у нас на очереди Panda FX, устроим ему небольшую проверку. Ну и, ребят, если поддержите этот видос с Лукасами, то вот прямо в самое ближайшее время я постараюсь вытащить Ничая и Фидоса, ребят, которых вы давно уже просите, и с ними записать этот формат. Ну а перед началом я напомню, что спонсором этого видео является самая надежная в своей сфере компания. Спортивных и кибердисциплин в изобилии, а мой промокод Мосс придаст вам уверенности на самом старте. Ссылку найдете в комментарии сверху, а теперь приятного просмотра. Андрей, он же PandaFX в народе. Я юморист. Я сразу тебе, братан, закину три слова, из которых ты сделаешь отличную рифму. Твои слова: гитара, кот и борода. Гитара на руке, кот на очке, барабан на трубе. Я сказал, Амос, везде. Ну, гениально, гениально. Они за это баллы же накинут. Дамы и господа, наше прекрасное жюри в составе Фина Сипсканы и, разумеется, Сереги Кефиров сейчас вынесет свои оценки. Первый на этот раз Ник. Как Ник в прошлый мой раз. Мой вердикт. Я ставлю 3. Это там выкрутили. Сибыч, твоя оценка. Текст 0, флоу 5, итого 2,5. Серега. Я помню, что может был 0 ставить, да? Да. Но он мне тогда 1 балл ставил. Я это запомнил. Все. Ну, это прекрасно. Мы переходим ко второму туру. И для Андрюхи у нас тут заготовлены прекраснейшие вопросы. 20 штук. Ты помнишь главное правило? Не думай, отвечай первое, что придет на ум. Хорошо. Как посчитать количество зубов во рту у Бузовой? Залезь туда, не знаю. Закончи пословицу. Чем больше попа, тем... Больше член. Что постоянно говорит Гризман с моим шортом в раздевалке? Привет, пойдем сходим пообедаем. Зачем Герман надел себе татуировку с губами Гены Миллера? Долбоёб, не знаю. Как убрать связи с другим человеком на уровне 2 и 4 чакр? Я не знаю, что это такое даже. Как стать богом ФИФЭ? Это меня не касается. Не знаю мне этот ответ, говори первое, что ты придумал. Да, блин, ничего не приходит в голову. Как называют жену дятла? Буди. Что будет, если играть в автобусе в FIFA Mobile со схемой автобус? Ты умрешь. Произнесите фразу «сам ты паразит» на болгарском. Назови всех участников группы «Пилигрим». Сова, Артем, попугай, не знаю. Какую птицу любит мацать ромарой? Ну, этот павлин, не знаю. Какая группа отказалась играть на корпоративе ФК «Амкал»? Стекловато. Что выделяется из ушей при прослушивании песен Валерия Леонтьева? Приказа дохлая. Как правильно подобрать слова в приглашении, чтобы человек не пришел на день рождения? Пойдем отсосешь. Что будет, если положить Гену Миллера в духовку на 30 минут и на 2 года забыть про него? Ну, угольки, я не знаю, уже логично. Что хуже, пельмени без майонеза или майонез без пельменей? Твою очку без волос. Как звали вашу первую учительницу по сольфеджио? Сабинтина. Как называлась группа Аматори до того, как впервые они взяли в руки гитары? Не знаю, Джаматори. Какую наклейку можно наклеить на наклейку стоп-хам? Стоп-хам. Любимый алкогольный напиток тюленя из Тюмени? Балтика девятка. Как называется первое видео Юрия Хованского, посвященное FIFA 19? Он в это, FIFA World постоянно играл, я не знаю. Сложно что-то придумать. Вот вам и Panda FX, вот ему ответ на вопросы. Блядь. Он даже вспотел. Я в жизни так не потел. Блядь. Я это, кстати, чувствую. Да? Да. Занюхал. Ну что ж, теперь мы обратимся, братан, к дорогому жюри, и они оценят уровень твоего юмористического мастерства и его скорострельность. Первым будет, по традиции, Серега. Ну, две шутки были прям хорошие. С каждой по 2 балла, то есть, накинуть. И еще одна такая средненькая была. Короче, 5. Никита, ваш выход. 5. Замоза. Он делает так постоянно, мне же обидно, между прочим. Сип. Не, ну в целом было плохо, на самом деле. Но две шутки были, блядь, разъем. 5. Если вы хотите еще больше меня притопить, переходите просто на другие каналы. На PandaFX, на Никит Финита. Ну, разумеется, на Сипскану и на Серег Кефиров. Ссылки будут в описании. Спасибо за просмотр. Ура. Лукасы не забываем. Пока-пока-пока. Okay,